네, 인사드리겠습니다. 하나, 둘, 제발 안녕하세요. 조이키입니다. Как, ребята, и где это мы сегодня? Где? Сегодня мы на площадке Дефеста. Мы старательно работали над нашими выступлениями, и сегодня, наконец, его увидим. Ждем, ждем. Мемберы, которые приходили вчера, сказали, что отлично провели здесь время. Мы начинаем тур по Дефеста. Приветушки, я Чан Бин. Я на площадке Дефеста. 진짜 오랜만에 오는 거잖아요. 맞아요, 맞아요. 무대 촬영을 굉장히 예전에 했었는데. Впервые за этот год у меня челка. Ну, точняк. Ты похож на персонажа из аниме. Ну, спасибочки. Красавчик. Спасибо, Айен. Конечно, конечно. А я на кого похож? На Двеки. Хён, ты неповторимый Со Чан Бин. Да, почему бы и нет, спасибо. Да, звучит неплохо. Здесь так много разных исполнителей. Ого, наши лица здесь, забавно. Так много людей. Наш плащенький прелесть. Сегодня мне быть что-то виноват. Да, здесь на Дефеста мы записывали лайв год с меню. В зале можно сделать селфи в зеркале. Мы не можем не сфотографироваться. Давайте сделаем селфи. Ничего себе, целый кинотеатр. Наши стеи так тепло нас приветствуют. Они согревают сердечко. Ну, это же мы. Стей, здесь, на большом экране, вы сможете увидеть наше выступление. Вы же помните, когда мы его записывали? Ну да, конечно. Мы тогда выступали с двумя песнями, Сурикун и Год Сменю. Все мемберы были поражены сценой Дефеста. Я думаю, что получилось круто. Да, хочется уже быстрее посмотреть. Давайте посмотрим. Я что, пропустил свою реплику? Очень учен. Так много камер. Мы что, смотрим «Криминальный город 2»? Это гораздо лучше. О, еще лучше. Кстати, мы же впервые видим себя в кинотеатре. Точно. О, что это за кинотеатр? Здесь очень-очень удобно. Спасибо, Стей. О, кто это? Похоже на настоящий фильм, да? Какое качество? Как в кино.
комнате инбока много компьютеров. Я вспомнил, когда мы снимали. Сеул Чанбин! Почему все такие милашки? Да ты красавчик! Такой юный! За этот год тебе Ема потрепала! Ну, аж больно! Айен, что это? Что это? Что это? Монтаж просто потрясающий. Качество супер. Я почувствовал себя кинозвездой. Но это похоже на Мстителей. О, а что, так можно было? Ничего себе! Я забыл про СО. Лино Хён. Алло. Это вообще идеальное выступление. Такие крутые ребята. Это кто вообще? Нужно узнать. Кто это? Они отличные ребята. Это наше лучшее выступление Саундерес. Я не очень часто хожу в кино. Я впервые тут вместе с мемберами. То, что это наше выступление и наша музыка, дело просто незабываемым. И в целом концепция выступления и съемок была очень-очень хорошей и веселой. Было очень круто. И звук, и видео были очень хорошего качества. Я был приятно удивлен. Я даже почувствовал себя главным героем фильма. Это незабываемый опыт. После всех выступлений Stray Kids я всегда о чем-то сожалею. Думаю, что мне нужно было стараться лучше. После просмотра этих двух выступлений я не жалею ни о чем. Эти выступления получились очень-очень классными. Но самое ценное — это то, что мы сможем поделиться ими со Стэй. Спасибо, я отлично провел время. Я очень люблю кинотеатры. Видеть наше выступление в кино очень интересно и необычно. Звучание наших песен было отличным, звук просто потрясающий. Чувство просто супер. На этих видео я увидел лучшее наше выступление. Я очень впечатлен, спасибо. Когда мы снимали это, я помню атмосферу, все нас поддерживали. Stray Kids лучшие, съемочная команда кричала это. Я очень хорошо помню эту атмосферу. Спасибо за то, что сняли отличное видео. Огромное спасибо в таком кинотеатре. Когда видишь себя на экране, чувствуешь себя словно знаменитость. Было очень здорово. Спасибо. После просмотра таких классных видео, теперь интересно, как получилась фотосессия. Очень-очень любопытно. Тогда пойдем дальше. Нам сюда. Очень интересно. Странно себя чувствую. Красивая красная дорожка? Почувствую себя звездой на красной дорожке. Красота!
Здесь собрали фото артистов из 9 групп. Ого, так круто. Чан, ты ли это? Я не узнаю, кто это. Да, кто это? У тебя ногу судорога схватила. Это вот это вообще что такое? Кто это написал? Хан, жесу тебе кранты. О! О, я вижу пустыньку. Пустыньку? Пустыньку. Может, пустынную лесу? Ты имеешь в виду феника? Пустынька. А, вот и пустынька. Ты так и будешь его называть пустынькой? Потому что наш Хён, свиный кролик, назвал меня свином. Как мило, что вы послушали Аена. Да, здорово. Выглядит очень круто. А, это подпись Лино? У тебя часто голова? Это Лино написал? Это Юнбок. Фирменное сердечко Юнбока. У тебя часто голова? Что ты на это скажешь? Счастье прямо перед нами. О, Юнбок. У Юнбока здорово развит квадрицепс. Хён, ты айдол или фитнес-тренер? Может, это и то? Я айдол. Юнбок просто красавчик. Ты наше счастье! Ты очень красивый. О, Чангмин! О, да, позы просто невероятные! Я круто выгляжу. Очень круто. О, я Чангмин. Какие пропорции! Что? Правда? У тебя такие длинные ноги. Длинные ноги? Да, это наш Чангмин. Какой ты дерзкий. О, это Лино. У кого еще такой невинный взгляд? Что происходит? Я ему отомщу. У тебя чешутся уши? Я как чья-то душа. Невинные глазки. Лино, котик. Надо нарисовать котика. Когда я смотрю на эти фотографии, мое сердце наполняется любовью. У меня тоже. Потрясающе. Это очень круто. Что за прелесть? Отвечай! Ты спишь? У Хан такие милые щечки. Он похож на директора школы. Маленький, да? Гав. Гав. Зачем ты залаял его всю фотографию? Ва, цинца, ене цинца мунмунинга. Почему он похож на настоящего щенка? Евгений номер один? Чанин всегда первый. Когда перерыв? Боишься на себя посмотреть? Вот увидишь. Сейчас мы увидим фотки после дебюта. О, no! О май гад. Let's go. Ничего себе. Очень мана. Очень. А, Сингмин я ва. Я Сингмин. О, Чангмин.
닭띠가 미숙하지만 새로운 도전할 때다. 어? 찬이가. Мила, что ты из армировок? Блин, ты тоже тут есть. Ой, где? Наш кошка все такой же милый. Чанбин! И здесь тоже. А, я помню, помню. Кажется, мы пришли на выставку. Кей-поп-выставка. Для нас честь быть частью выставки. Какой красивый. Кто? Будь увереннее в себе, посмотри на меня. Перед кем ты на колени падаешь? Не обращай внимания. Это забавно. Все такие красивые? Да, точно. А вы ожидали чего-то другого? О, вот и мы! Моен! Это же Stray Kids! Они правда очень красивые. Это вообще фотография такая красивая. Почему ты смотришь на меня? Зачем ты смотришь? О, Чанбин тоже вдруг красивый. Хён, ты сегодня вредничаешь. О, да. Почему же так красиво? Кто сделал эти фотки? Не диспатч ли? Вроде диспатч. Я рад. Ого, Янгок. Ничего себе. Вот это да, вы только посмотрите. Он такой милый, красивый, привлекательный. У Хёнджина звуки как у кролика. Яна. У тебя глаза глубокие, как пещера. Правда? Не могу понять, что там в глубине. А ты не видишь? Угадывай. Да не очень-то и хочется. А здесь наша картина и процесс ее создания. Я испортил двойки. Совсем забыл, как он выглядит. У тебя хорошо получилось. Что я сделал с глазами? На самом деле свинки слепые. Ну, правда? А глазки двойки это сияющие звездочки. Давайте посмотрим на картины. Очень круто, картина просто замечательная. Кто ее рисовал? А, это я рисовал. Теперь давайте закупимся сувенирами. Вау! Гудс, гудс, гудс. Шопинг. Понакупим всего. Ручки с рисунками участников Дефеста. Можно я возьму? Бери сколько хочешь. Мне нравится эта фотка. Я возьму ее с собой. Приветик. Что это? Папка холдер. Вау, круто. Спасибо за эту фотку. Мне нужна эта папка. Теперь она обосновывается в комнате Чана.
Так много хороших сувениров. Сегодня мы посетили выставку Дефеста. Нам очень понравилось. Как вам? Сегодняшний день принес мне много новых впечатлений. Это была очень красивая выставка. Огромное спасибо вам. Мне нравится ходить по музеям и по очереди рассматривать работы. Мы сами стали частью выставки, и для меня это очень особенное событие. Я пытался помочь сделать выставку еще лучше. Видно, что вы приложили немало усилий. Я думаю, даже слишком много. Ощущения такие, будто я пошел в парк развлечений в детстве. Так много всего разного. Было очень здорово. Мы посмотрели на себя. Большое спасибо, что позвали нас. Мы надолго запомним выставку Дефеста. Перевод Оксилупс, озвучила Кадзе. Услышимся. Окей, 지금까지 하나, 둘, 셋, 감사합니다. 즐겼습니다. 안녕.